Хочу вам показать, что вот это значит, я залил вот эту жидкость. Вот эту жидкость антикриз я, короче, залил вот в эту дырку, где заливают вот это, вот эту штуку, которая должна мыть окна. Я должен был залить вот сюда, вот эту бутылочку. А я в эту сукровицу, короче, это таласол или таласол или тасалол. Талос или как оно называется. Я в этот таслол залил вот эту жидкость для окон. И сейчас приезжаю на автосервис. Они сказали, что полная замена мотора. В центре тут заехал. Сказали, полная замена мотора, потому что мотор что-то там забит. И что-то рулевая, какая-то рейка рулевая, то ли палка какая-то рулевая. Говорит, спасибо, скажите, что палка рулевая не заклинилась. Там какая-то шестеренка внутри не должна была поломаться. Это, говорит, вам повезло. Полная замена мотора. Сказали, будут заказывать новый мотор, менять мне. И сказали, мы поменяем сами мотор, поменяем этот таласол, сами зальют новый. Короче, говорит, $1,007 стоит мотор. Я в шоке, честно говоря. Вот я из-за того, что перепутал вот эти две жидкости. Таласол и вот это вот антикриз. Я приехал домой, это у нас тут снимали «Выйти замуж за капитана», эти гаражи, фильм снимали, это мой дом, в центре живу. Вот так, ребята, вот вам и все, вот вам и залил жидкость. Надо было, чтобы лучше той мужик наливал на заправке, тот мужик хоть соображает, куда лить. Ой, что мне делать, я не знаю, очки валяются. Она просила очки, казала, наложить в чехол. Вчера только купил очки. В общем, вот так. Вот это беда, ребята. Все. Ну, как беда? Ну, что делать? Заплачу 7000 новый мотор. Вот тебе и все. Вот тебе мотор, сколько стоит. Я в шоке. Что так дорого мотор? И они сказали, мы мотор сами поменяем за один день. Типа, здравствуйте. Мотор поменяем за один день. И таласол нальем тоже сюда.